Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Рассмотрим с вами топ-5 пылесосов с контейнером. Рейтинг лучших. Хочу сказать, что с контейнером сейчас можно приобрести пылесос и по самой бюджетной стоимости. Поэтому я не выбирала там супер сильно дорогие пылесосы, а более такие вот приземленные, скажем так, с учетом того, что сколько сейчас все стоит, насколько все дорого, чтобы можно было позволить себе его купить, а не просто посмотреть видео и сказать, да, классный пылесос, но купить его не могу. Поэтому все ссылки здесь будут с Яндекс.Маркета, все товары, которые здесь представлены, ссылки будут ниже в описании к данным товарам, можно будет перейти, ознакомиться и заказать. Первый пылесос, который мы рассмотрим, пылесос фирмы Scarlett, вот такой серии, стоимость его 6999 рублей. А здесь пылесборник контейнерный на 2 литра, телескопическая ручка. Есть автоматическое сматывание шнура и мощное всасывание 350 Вт. В принципе, этого достаточно для того, чтобы собрать не только мелкие какие-то частички пыли, но и большие какие-то, скажем так, частички мусора, в том числе волосы и шерсть. Также здесь есть еще дополнительный HEPA-фильтр, который позволит удержать до 99% пыли. Контейнер циклонного типа и есть ручка для переноски. Ножной переключатель, есть и вертикальная парковка. Из насадок дополнительно еще есть насадка для мебели. Соответственно, 2 литра хватает убрать большую площадь и, соответственно, не бежать там после каждой комнаты и очищать данный контейнер. То есть вот такой вот неплохой вариант, за свои деньги. Небольшие габариты у него 250 на 240 миллиметров. Много места не займет, а с учетом вертикальной парковки еще более компактен. Следующий пылесос, который мы рассмотрим, пылесос фирмы Starwind, вот такой серии, стоимость его 8176 рублей, здесь мощность всасывания 350 Вт, в принципе, это тоже неплохо, также можно будет спокойно собрать и шерсть, и волосы, и ковры пропылесосить, и без ковровой поверхности, в любом случае, любые можно будет пропылесосить, и он спокойно с этим справится. Телескопическая ручка есть здесь, контейнер на 2,5 литра, соответственно, только сухая уборка, ни влагу, ничего с ним им собирать нельзя. В комплекте есть насадка полковер, щелевая насадка и щетка для мягкой мебели. Коротковатый шнур, конечно, здесь 4-метровый, но за свою стоимость в любом случае это небольшой уж такой и минус. Весит 4,5 килограмма, поэтому не слишком тяжелый, можно будет спокойно переносить. Есть ручка для переноски, но, к сожалению, данная ручка находится только на самом контейнере, на пылесборнике, поэтому, мне кажется, не очень это практично, носить за сам пылесборник пылесос. Но в любом случае стоимость его небольшая, 8176 рублей, рейтинг у него 5 из 5, за свою стоимость работу он выполняет на отлично. Еще один пылесос фирмы Bayer, вот такой серии, стоимостью 8631 рубль, тоже идет он с контейнером, мощность всасывания 420 Вт, то есть за такую стоимость у него достаточно большая мощность для того, чтобы пропылесосить даже ковры с высоким ворсом. Телескопическая ручка, есть автоматическое смазывание шнура, здесь есть насадка полковер, паркетная, также для очистки мебели и щелевая насадка. Есть регулятор мощности на корпусе, здесь сетевой кабель 5 метров, соответственно, уже побольше, чем 4 в предыдущем, но он тяжеловат, почти 6 килограмм весит, поэтому сильно много за собой его не поносишь. Но так как есть колесики, то спокойно можно перекатить его и поставить в любое удобное место. Ручка для переноски также, это только находится на самом контейнере, на пылесборнике, поэтому тоже не столь практично, чтобы так его за ручку переносить. Рейтинг 5 из 5, за свою стоимость неплохой вариант. А следующий пылесос у нас Polaris, вот такой серии, стоимостью 12 430 рублей, также с контейнером на 2,7 литра, мощность всасывания 460 Вт, здесь есть комплектация турбощетка, есть автоматическое сматывание шнура и телескопическая ручка, дополнительные насадки щелевая и для мебели.
Вот такая чаша для мусора удобно открывается и удобно высыпать мусор, то есть вы не контактируете с данным мусором. Единственное, что вот парковка неудобная такая, да, то есть много места занимает, если так устанавливать данный пылесос. А также брать, если более подробные характеристики, то есть регулятор мощности на корпусе, а также мощность, уровень шума 82 дБ, как бы вот первый минус, да, он будет шумноват. И длина шнура 5 метров, а сам пылесос весит почти 8 килограмм, то есть он тоже тяжелый, поэтому как бы сильно его тоже за собой не потаскаешь. Ну, с учетом того, что есть колесики, можно будет спокойно перекатить. Рейтинг здесь 5 из 5, отзывов здесь не так много, но однако, в принципе, данный пылесос имеет высокий рейтинг за свою недорогую стоимость, да, имеет достаточно неплохие, скажем так, характеристики. Ну и последний пылесос нашей пятерки, он как бы самый дорогой из тех, которые представлены в данном видео, да, это фирма Bosch, вот такой серии стоимостью 20 595 рублей, он идет только для сухой уборки с контейнером на 2 литра, есть автоматическое сматывание шнура и телескопическая ручка. Удобный контейнер для того, чтобы достать его, промыть, есть дополнительная ручка для переноски на самом пылесосе, также на самом пылесосе есть регулировка мощности и кнопка включения. Выключения. Также есть отверстие для установки шланга, есть крепление для установки как самого шланга, так и для трубки. Небольшие габариты у него, удобно с собой переносить будет, соответственно, есть универсальная насадка для всех типов напольных покрытий, а также Bosch предоставляет гарантию 10 лет на свою продукцию, на моторы именно, которые здесь идут из Германии, потому что здесь считаются типа самые долговечные моторы. Телескопическая ручка есть, вертикальная парковка, есть регулятор мощности на корпусе, весит он почти 5 килограмм, как бы это вот из серии не самых, скажем так, тяжелых пылесосов, поэтому можно будет спокойно его перенести с собой. Рейтинг здесь 5 из 5 для своей стоимости и характеристик. Все довольны. Данным пылесосом можно будет пропылесосить как ковровую, так и без ковровой поверхности. Ковровой поверхности, оно нежелательно с невысокой ворсой. То есть, как бы здесь высокую ворсу не очень качественно все равно уберет. А вот именно вот мелкую, скажем так, ворсовые ковры и без ковровой поверхности очистит с легкостью и до мельчайших пылинок и частиц. Вот такая пятерка пылесосов у нас получилась, они все бюджетные, все идут с контейнером, мне кажется, сейчас контейнер тоже очень важен, потому что мешки покупать это тоже дополнительные растраты. Ссылки на все товары будут в описании, все товары идут с Яндекс.Маркета, а это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если бы оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал, и всем до новых встреч, пока-пока!